Все друзья зовут помойкой, ведь играешь на 2К. Но есть выход сделать то, что заставит их замолчать. Сложно вылезти из ямы фидеров, ливеров и нубов. Но я знаю выход, парень, да, я знаю выход, бро. Any level, any level, эй. Any level, точка ком запустит рейтинг твой быстрее. Any level, any level, эй. Any level, точка ком запустит рейтинг твой быстрее. I got Aegis. На стримах никто гореть не будет, потому что люди понимают, что их смотрят. Как бы, зачем показывать плохой пример? Ну, адекватные люди. Есть, конечно, всякие папищи там и так далее. Помню, как я в школе с маминого телефона в классухе написал смс-ку, что Вова сломал ногу, и его не будет в школе месяц, а сам сидел месяц в компах. До того момента, пока я не сидел за 20-м компьютером, а 20-й компьютер — это типа самом углу, и то есть ты не видишь со спины, кто тебе подходит. И мне подошли, как въебали по затылку. И я встаю, говорю: «Бык, ты чё, охуел нахуй?» А там мать повела меня в школу. Уже по яйцам хотел бить. О май. Ты хуйня без сапога, сюда идешь. А. Да иди нахуй, игра, просто иди нахуй, бля, я не знаю, просто иди нахуй, я не знаю. Чё, блядь, просто хасту, блядь, хасту. О май гад, what is this rotation? You guys see these armor toggles? Quit! Holy fuck. Я бегу. Я бегу, бегу. Да. У меня есть, у меня есть чем сломать. Я вам, вам пизда. Вам пизда. Там еще и этот. Нахуй, я не буду помогать, я помру сам. Я пойду по фанду. Давай, панда, живи, братик, живи! Много, немного, немного, пожить! Не, ну я под сумок хотя. Даггера нет, закинули, блядь, эмбера. Бей его, блядь, ногами бей, братан! Он чё, ёбнутый, какого хуя? Ну, я бегу теперь, хули. Что это, блядь? Сори. Блядь. I take illusion, I take illusion. Give me bottle, maybe. Okay. See you later, Gunner. There's a little bit of a scuffle down here as well. Looks like Eternal Envy actually gonna be popped up over here onto the high ground. He is on the wrong side of the river now, as all of these birds are chasing after him. He's gonna run right past the courier, just trying to drag them away so that way they try to go and use a lot of things on him so he can zip away to that remnant. And already, look at the birds. They fly back, thinking that they're gonna be able to maybe find themselves a kill, but Envy, he goes a little far. He's just in the base. All right, this is a clown fiesta here. Envy just running into the well. Envy, he mangoes, he's still alive. He might be able to actually make it out. Are you kidding me right now? During all this, I expect to take it down. An Eternal Envy God makes his way back to the bottom lane. Гамбиты просто рофлили, если честно. Рофлили? Да, ну, да, им просто по кайфу было. Либо же все-таки получается и Нави получают. Ты хочешь сказать, Нави тоже рофлили? Не, ну мы-то знаем, что они не рофлили.
В Гамбит я верю, как раз, а в Нави не очень. Не в обиду, конечно. Пока что, конечно, оказывается то, что у нас не Мига и Эмпайр одни из сильнейших команд в регионе. Все так. Интересно было бы посмотреть после этой встречи Немигу против Team Secret. Как они смогли бы... Или против Virtus.pro, да, как раз таки. С Пупеем. За топ-1 СНГ или за топ-1 мира. А что мы Нави увидим? Это еще смешнее, блин. Не понял, конечно, юмора, но да ладно. Я так понимаю, у команд, которые сидят на зарплате, свой юмор, да? Не без этого, как видимо. Там, кстати, в опенквалах, Бадя? Нормально. Вот, это отдыхаем. Примерно как наша игра. Взаимная душка, постоянно камбэки. То с одной, то с другой стороны у нас в аналитике. Хорошо, парни, красиво. My way to the citadel to prepare to arrange that day when I sit up there. Campaign for a change, to win a fair. I persuade the state, but I didn't care. Defamed by the fake news as a joke. Juggling rip, don't know how I'ma go for the throws when I'm pouring in votes. The more I coast, and my manager getting cut short. Tried assassinating my ass, cast him out to space with the trash. Then the shadow council collapsed.